Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Брай, и мы продолжаем играть в Зомби Кэтчер, охотники на зомби. Так, ну что, сегодня, я думаю, мы проапгрейдимся еще на один уровень. Так, на этом мы убираем с тобой рулетку и смотрим, друзья, что у нас тут. Продать товары, зомби найден, а это что такое у нас? Испытание дня. Так, сначала получаешь мощность, потом ловишь зомби, потом получаешь монеты и собери больше монет. 1260. Это 1260 монет мне. Ох, ребята, 5388 монет. Это значит что? А что это значит? А что это может значить, а? Как ты думаешь? Правильно. Клубничные. Так, чувак, если бы я не знал, что она на 95 сделана из жира зомби, и я бы мог поклясться, что это настоящее мороженое. А как ты думаешь, из чего сделано это настоящее мороженое? Ну, конечно же, из зомби, друзья мои. Из чего оно может быть еще сделано? Так, у нас полностью опустошенные, ребята, наши заводики. И я предлагаю... поймать. Конечно же, ребят, что мы можем еще сделать? Поймать зомбиков. Само собой. Так, сейчас мы попробуем, наверное, сделать здесь. Я гарпунчик зарядил. Желтый маразматик вылез. Так, слушай, ты иди отсюда. Ты, блин, ты нам здесь не нужна, ты нам не друг. Ну-ка. Да что ж ты будешь делать, еще одна летит. Воу-воу-воу-воу-воу. На, жиробас. Ребят, в первый раз мы поймали с вами. Да сколько вас тут, а? А что так много-то? Ну давай, влази там, кто бы ты ни был. А, желтопузый. Это, друзья мои, желтопузы. Так, нам нужно еще двух. Вот они, два. А давай проверим. Они будут... Блин, они не видят там, да? Двоих. Одним щелчком. Просто, ребята, одним щелчком пальца я их раскурочил. Так, итого у нас 19. Еще 6 значков, и мы с тобой повысим ранг. И это будет круто. Так, ну что, давай мы, наверное, зарядим наши машины. По возможности. Так, зарядим сюда. Сюда и вот сюда. Отжим пошел, друзья мои. Отжим пошел. 9 минут на все про все. Угу. Десятка на выходе. То есть нам нужен еще один будет такой жаробас для того, чтобы, кстати. И нам нужны будут вот эти гаврики. Потому что нам нужны будут пироги. Освободи зомби. Каких зомби я должен освободить? А, этих нет, этих я освобождать не буду. У меня есть чем заняться, помимо этого. Кто-то говорил: Рэй, у тебя же есть сетка, используй ее. Ребят, конечно, я могу ее использовать, но зачем в данный момент мне ее использовать, если я... Ты же сам видишь, пока справляюсь... Да твою-то... Ну, пока я справляюсь и без нее, причем довольно неплохо. Смотри, что я сейчас сделаю, я вот так вот делаю. Оп! Он должен клюнуть, ребята. А сфига ли они все-то повылазили, я что-то не понял. Это у них такой диапазон нюха? А ну-ка, в деревянной броне, ты думаешь, это тебя спасет? Вообще на раз, ребят, пробил. Просто эту броню пробил на раз. Синий. Синий, так, блин, ну. А здесь кто? Фиолка. Опа. Он думает, что от меня убежит, от самого... Дядюшки Рэя. Нет, ребятушки, конечно же, никто не бежит. Итого у нас уже 20 значков. Все равно еще пока мало. 20 значков — это мало. Нам нужно с тобой больше. Больше значков. Так, ну что, я, наверное, заряжу. А кого я могу только здесь зарядить? Хм. Ну, здесь можно двоих сунуть. И здесь двоих. Надо ловить. Так, ребята, у нас что там по поиску? У нас же есть, по-моему, бонусный, да, уровень? Да, у нас есть бонусный. Пошли ловить. Но здесь, конечно, зомби, ребята, намного хитрее. Намного хитрее. Во-первых, они здесь... Ты что сделал, Рэй? Вот так я сделаю, ребят. Хочу просто глянуть, кто там такой.
шоком его. Оу, там еще зомби. Есть, ты видел, как я круто? Ты видел, как я круто их просто поймал, а? Ха-ха, щеглазадый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Взлетаем. Так, что мне надо? Мне надо вот этих еще тут как-то поймать их. Пока не пойму, как это сделать. Вот как. Так, и того еще трех. Ага, вот они. Вот они, ребята, супостаты. Так, надо смотреть, кто. В плане! Он, ребята, меня взял и толкнул у шлепок. Ну, я так не играю, ребята. Они намного быстрее меня летают. Так, а что произошло-то, я не понял. Они летели, летели почему-то и куда-то куда-то упали. Ну, я так, видимо, и понял, не поймал их, да? Типа, не спаслись. Типа спаслись. Так, у нас зомби найдены. Я пошел, ребят, ловить. Вот. Почему у меня постоянно сетемет стоит автоматом? Я никак этого не могу понять. Дайте мне... Модель 1, модель 2. Почему по умолчанию он стоит первым, а? Мне нужен гарпун. Так, охота началась. Слушай, вроде как тихо, да, здесь? Нет, не тихо. Давай мы, наверное, вот отсюда попробуем. Тебя не спасет твоя деревянная броня, парень, так что... На многое не рассчитывай. Желтопузый. Так, ну желтопузых у нас хватает. Мне нужны, ребята, фиолетовые, мелкие вот эти вот фиолетовые гаденыши. Пожелательнее бы. Вот они. Готов. Так, и здесь. Посмотрим, кто у нас тут. Есть. Да, их не спасает, ребята, броня деревянная, потому что у нас... У нас мощнее гарпун. И опять же, ребята, идеальная поимка. Это вот 20 значок. Еще 4 заходки, ребята, и мы получим новый титул, статус. Называй как хочешь. И уже 4000, и уже 4000 мы накопили с тобой. Ху-ху. То есть все у нас в шоколаде. А, мы еще и здесь с тобой. Получи награду и рулетка. Так, шестеренка, плутон и болт, точнее гайка. Спасибо, мы прошли это испытание, ребят, прошли. Так, здесь загрузка пошла. Здесь давится, здесь эти хламоны давятся. Этот тоже там давится вовсю. Слушай, а дай-ка я, наверное, у нас пока денежка есть, я, наверное, улучшу, друзья мои. Фига себе, 9 рубасов стоит улучшение. Так, сколько вот тут вот? А, я не могу улучшать, да, в процессе работы? Понял. 5 рублей, ребята, стоит лучше. 10 тысяч, вы серьезно? 12 штук. Угу. Стоимость одной порции 25 баксов. Ну, это нормально, ребят. Это нормально. Так, пошли. Пошли дальше смотреть. Нам нужно с тобой еще 4 значка или 5 значков. Для того, чтобы... Ой! Поменяй, пожалуйста, оружие. Нет. Слушай, ну здесь, наверное... Давай попробуем вот так поймать. Так, желтопузый. И вот этого надо второго там поймать. Да кто же он там? Да запрыгни ты.
Хе-хе-хей. Он хотел в меня, ребята, кинуть валуном. Ой, валуном, блин. А вот это вот плохо. Давай, нет. Есть. Сморчок. Думает убежать от меня, а? Не тут-то было. Блин, ну... Ой-ой-ой. Не туда немножко побежал. Круто. Идеально, ребята, идеально. Так, 22. 22 значка у нас. Ну что же, ждем, ждем следующую партию по зомби. Так, блин, слушай, а жиробаса-то не так легко, ребят, поймать. Я думал, что мы с тобой сейчас быстренько его найдем. Но нифига, вот один только у нас попался, и все. Больше я что-то не вижу. 9 рублей стоит улучшение. Ёк-макарёк. Так, 2 секунды последние. Дожимаем сок. Что, мне не надо этого. А куда синего можно приспособить? Сюда только, если. Отлично. Отжим пошел, друзья мои. Ну, итого, 380-360. Это получается 730. Плюс тут 800. Ну, пару тыщенок мы с тобой здесь надыбаем. Пару тыщенок мы надыбаем. Так, у нас 2 задания выполнено. Вот только нам нужно продать с тобой товары. А так как жирного мы сейчас с тобой полностью докачаем. Одна порция осталась, да, получается? Нам нужно как можно быстрее, ребят, найти зомби. Может, крутая рулеточку, друзья мои? Разочек. Так. Так. И 250 монет. Ну, немножко не то, конечно, что я хотел, но в общем плане нормально, сгодится. Еще минуту ждать. Еще, друзья, минуту. Так, тут 48 минут. А, так у нас еще и время продлевается. Нет, ребят, здесь и тогда было долго ждать. Надо было, так что здесь не продлевается. А здесь все это, а вы последнего, по ходу дела, сейчас докачаем и освободится. Нам нужен 18 уровень, а у нас только 16-й. То есть нам нужно продать... Нам жиробас нужен, друзья мои. Нам нужен жирный. Нам нужен вот этот жирный, чтобы мы с тобой... С одной партии мы выкачиваем 9. Блин, как-то не... А, вот, 10. 10. Значит, получается, что нам нужен еще один, ребята, жиробас. Чтобы его выкачать. И мы с тобой выполнили уровень... Ну, выполнили задание и подняли уровень. Как-то так. Ладно, ждем. Довольные такие, эй. Зомбятинки пососем, блин. Я представляю, зомби пудинг или мороженое. Бэ. Тошнилово такое. Да, я пошел ловить зомби. Я пошел. Я мало того, что хочу, ребята, зомби сегодня задание выполнить, я еще хотел бы получить новый титул. Понимаешь, да, о чем я? Угу. Нет, 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 парень, ты даже не рассчитывай на это. Даже на это и не рассчитывай, забудь. Убежать от самого Рэя это практически невозможно. Если ты, конечно, не супер-гений, зомби-гений, представляешь такое? О! А этот, я заметил, ребят, как только выпрыгивает, он сразу имеет привычку подпрыгивать. То есть, он подпрыгивает, и нам лучше не стрелять в этот момент, а переждать какое-то время, чтобы он сделал свой прыжок. И уже после этого ловить его на гарпун. Хотя они все непредсказуемые. Они действуют всегда, друзья мои, по-разному. Ну что, еще 2 идеальных победы. И я тебе скажу, что мы сможем поднять ранг. Кстати, а тут же, по-моему, можно за рекламу, ребят, насколько я помню, смотреть, да? Так, закачиваем здесь. И здесь. А жирный так мне не выпал. Ну что, ребята, за рекламу? Да? Чтобы долго нам не ждать. Упс.
А у меня нет доступных видео, ребят. Тут, кстати, 18 уровень тоже. Мы с тобой перейдем на... Ой, 46-й, 68-й, 82-й. 82-й уровень. Но я без жирного здесь ничего сделать не смогу, ребят. Ну, 2 минуты еще ждать. Давай, найти зомби прямо сейчас. Фиг с ним, уговорил. Развели меня, ребята, чтобы я потратил эти. Так, куда же? Ну, давай так попробуем. Есть. Угу. Дурачина, простофиля, попался, короче. Не тут-то было, парнишка, не тут-то было. Вот, вот, вот. Я тебе об этом говорил, что он как выпрыгивает, сразу начинает, ребят, как вылазит, сразу начинает выпрыгивать. Блин, а что такое? Ветка мне помешала, да? Далеко гарпуном бомбануть. Так, ну-ка. Как вот я сейчас прям великолепно его поймал. Вот этого гаврика, он вылез, я прям фух, в воздухе. Прям в черепундель ему зарядил. Ну что ж, друзья, еще один. Еще один, и у нас будет новый ранг. Прекрасно. А, блин, ну время продлевается. Время, к сожалению, ребят, продлевается. Все, у меня все машины загружены. Кроме вот этой, конечно же. Это не загруженная пока. А, потом... а если она не загружена, я не могу, ребята, выполнить задание. А, так тут... Ага, тут с каждой попыткой ребята увеличиваются. Блин, ну это мне не нравится. Хотел, 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 но не получилось у него. Вот он, жирный, наконец-то ты мне попался. Аллилуйя, как говорится. Так, синего в расход, эту в расход. Желтопузый, на, влобешник. Так, змеи тут всякие лезут еще. Давай сюда, наверное, поставим. Кто тут? Блин, почему в броне постоянно, а? Все, ребятушки, мы с вами еще и титул новый получаем. А титул у нас будет звучать... Ах, ага, ученик... Ученик сталкера. Ребята, ученик сталкера — это вам не хухры-мухры. Поверь мне, это ученик сталкера самого. Ну что, наконец-то, наконец-то мы его в отжим отдали, друзья мои. Мы его отдали в отжим и... У нас везде с тобой идет отжим. Абсолютно. А тут титулы вообще показываются? Нет, они как бы... Теперь нам нужно будет с собой 30. Вначале новичок, гарпун такой, потом рука, потом голова, глаза. Фига тут карьерный такой рост по титулам. Блин, как же долго, а? 9 минут, друзья мои. Это вам не хухры-мухры. Ну что же, давай тогда на паузу подождем 2 минутки и продолжим. Ну что, ребята, зомби найдены у нас. Новая партия, погнали за ней. Погнали за ней. Где у нас тут? Вот. Ловим. Хотя у нас все там битком забито, но на запас, как говорится, ребята, нужно обязательно иметь пару десятков зомбарей. Уж хуже от этого точно не будет. Это я тебе говорю как профи по зомби. Фиолетовый, ты чё, давай вылази. Ныкается там, я же видел, я тебя уже спалил. Такой обделался. Что это за планета такая, где одни зомби? А, ребят, что это за планета? Планета зомби? Или что? Давай. Ну, деревянную броню, ребята, я теперь пробиваю с полтыка, поэтому... Никаких проблем нету. Ой.
Какой, а, шустряк. Думал, что он от меня убежит. Нет, конечно же нет. Хотя мог бы. Но слабоват он еще. Тягаться со мной. С самим, извини меня, королем по поимке зомбарей. Так, 14 у нас уже. О, слушай, а быстро как-то у нас это, как это объяснить тебе? Быстро что-то мы как-то выдавливаем-то с тобой все соки из этих зомби. А может быть еще качнуть? 9 рублей. Вот тут можно сделать. А тут пятифан. Стоит пятифан. А тут тоже пятеру. Блин, ну 12 это, конечно. Оно же, по-моему, ребята, мало того, что оно еще, по-моему, и быстрее начинает давить. Разве нет? По-моему, да. Ну что, ладно, ждем тогда, ребята, еще 2 минуты и продолжаем. Так, ребята, найдены зомбари. Погнали. Вот они. Я думаю, как раз мы их поймаем и уже, наверное, сегодня мы апнемся, это точно. Сегодня будет, у кого-то будет сегодня ап. Ах ты! Жучара! Еще же подгадал момент, когда вот эта мразь тут летает, а? Хорошо его тактику раскусил. Блин, а вот тут, ребята, сложновато будет. И сложность здесь заключается в том, что... Здесь изи. Самое плохое, когда первым выходит в броне. Ну, не в деревянной, ребята, а именно в железной броне. Это такие самые... подлые. Ух ты, это кто такой, ребят? А, я и забыл, что такие тут есть. Выскочил. Ну что, давай смотреть. Вот если, например, сюда вот поставлю, вот сюда. Он реагирует. Ой. В плане? А как мне сейчас тех ловить? Отгреб, ребят, называется. Ты видел? Ты видел? Такие уже вот здесь были, ребят. Уже все, свобода. Ну, папа Рэй просто взял их и на гарпунчик насадил всех. Жуки навозные. Не вышло у них ни шиша. И не выйдет впредь. Так, закачиваем, ребята, здесь наши машинки. Сколько там еще ждать? Блин, еще минуту. Но здесь меньше ждать, чем тут. Так что подождем, ребята. И мы получим левел ап. Правда, всего лишь 17-й. А для открытия новой территории нам нужен, сам понимаешь, 18-й уровень. Баблишка идет, все хорошо. Ну... Все, это последний, да, я так понимаю? Да, ребят, это последний, его докачиваем. Ну-ка. Да, ребята, это вот сумма идет. По десятке, здесь по десятке идет. Тут, ну, тут немножко подороже идет. Ну что там, сколько еще? Еще немножко, ребят, 25 секунд. Фреш и сквюзи. Ну, наверное, фреш и смузи. Наверное, так вот должно звучать. Я тоже, ребят, сегодня делал смузи. А знаешь, как я его делал сегодня? Я, короче, ребятушки, беру немного молока. Туда бросаю банан. Немножечко протеинчика. Ягод туда закидываю. Ну, типа вот... вишенки, что-нибудь такое. Вишню, можно смородину черную. Вот. Только не переборщите, ребята, с концентрацией. И все это в блендере. Чтобы она такая была, знаешь, как такой густенький. Блин, как он, ребята. Он и сытный. И, как бы тебе сказать, и не тяжело его принимать. И очень такой долгоиграющий. Ну, как бы ты поел, и у тебя сытость очень долго сохраняется. Ну что, ребятушки, давайте повышаем уровень. Ох ты,
Ох ты, у нас улучшение, ребятушки. У нас с вами улучшение. И зомби заодно найдены. А улучшение где? А где улучшение-то? Подожди, а где мы с тобой... Подожди. Мы с тобой получили мороженое. А где это мороженое-то? Я его в упор не вижу. Зомбовыжималка. Непонятно, ребята. Так, что нам нужно? Улучшить, да? Второе, это улучшить гарпун. И последнее, это продать что-нибудь 400 штук. Окей. 400 штук. Хм. Опа, у нас даже два зомби, ребята, найдены. Два зомби. Ну, не два зомби, а я имею в виду... Ты понял, что я имею в виду? Ненавижу, ребят. Давай. Ну что, ты жук, а? Желтопузы, я тебя спалил. Ты можешь даже... Ты можешь даже там... Блин, мышь эта летучая раздражает. И ты тоже раздражаешь, кстати, змея. Подколодная. Вот, вот. Сколько раз... Ребят, сам себе говорю, что он будет прыгать. И все время я, блин, про это... Забываю, он сразу выпрыгивает. Выползает, сразу выпрыгивать начинает. Ну, желтопузому крышка. Это однозначно. И последний кто? О, еще и гаечку мне дал. Пока как-то так. Угу, 135. У нас, по-моему, ребята, если я не ошибаюсь, у нас 180 стоит это на следующий поисковой вот этот вот корабль пришельский. Поэтому есть смысл накопить. Есть, есть, ребята, смысл. Даже я бы сказал бы не смысл, а даже необходимость нам. Надо накопить, ребят. Блин, мне нужен этот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же... А ведь не убежишь, гад. Потому что у меня гарпун улучшенный. Вот и все. Не зря же мы с собой его улучшали. Как раз против вот этих вот пройдох. О, на куканчик двоих сразу взял и нормально. Блин, змею, конечно, не подбил. Минус монетка. Угу, 136. 136. Ну что, ребята, давайте смотрим. Так, здесь загрузка по полной. Загрузка по полной, тоже по полной. Так, здесь. Ага, пошел лоджим. А вот жирного нету. А что мы так медленно с тобой продаем? Продажи, почему такие медленные продажи, ребята? Ну что, я думаю, наверное, друзья мои, на сегодня будет достаточно. Мы в следующей серии уже сразу с вами получим 18 уровень. Мы сделаем с тобой новую зомбовыжималку. И плюс нам еще новая, ребята, откроется локация. Ну а на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.